Всем привет, друзья! Это набережная Троещины, самый центральный пляж. Это город Киев, Украина, кто не знает. Смотрите, здесь играют люди, молодежь, волейбол. Также есть турнички, брусья, можно позаниматься спортом. Но людей в будний день, это сегодня четверг, людей, как видите, сколько сами. Водичка теплая, градусов где-то примерно 25, не меньше. Ну, как-то так. Хотя только что была в Киеве воздушная тревога, но как бы никто вообще не реагирует. Вот, смотрите. Все отдыхают, ни в какое убежище никто не идет никуда. А в ваших городах напишите комментарий, как с этим делом все обстоит, с пляжным сезоном. Хотя, в принципе, это уже конец августа. Да. Ну, вот так вот. Немножко дальше пройтись, и смотрите, уже мест свободных для волейбола полно. А также для пляжного футбола. На парковку смотрите. Практически все места заняты. Сверху, где более-менее нормальная дорога. А с левой стороны, где уже песок, где одни джипы останавливаются, тут свободная дорога. А также есть такие места, где можно спрятаться в тенечке. Смотрите, здесь множество кустов. Но здесь, конечно, людей поменьше. Но они все же тоже имеются. А вот немножко отойти вправо. И уже начинается полная дичь. Вода, конечно, начинает зеленеть, уже видно. Вот, смотрите, видно, что уже в водорослях такие неприятные цвета плавают. Это за счет того, что вода теплая. И так получается. Да, уже буквально по колено зайти, уже не видно ничего. А также есть здесь вот такая вот набережная. Смотрите, бетонная, с лавочками. Вечерком замечательно здесь посидеть. Можно попить что-нибудь освежающее с видом на водичку, на пляжик. Были также туалеты, но, как видите, здесь полностью ничего не работает. Туалет не працюю. Бескоштовно, но бескоштовно ничего не работает. Регламентные работы проходят. Есть также вот такая непонятная карта, в которой мне лично не сильно понятно. С левой стороны Чилган, дети, а справа солярium. Ну и вот такого, в принципе, плана раздевалка, такие же самые, как и на гидропарке. Также можно помыть здесь ноги. Сейчас посмотрим, работает ли оно. Здесь все работает, смотрите. В принципе, секунд 15 где-то бежит водичка и перестает бежать. Также можно купить пиво, соки в этом слевом здании. Вот здесь, смотрите, спортплощадка. И сразу же с левой стороны барчик такой небольшой.
А также кто с детками может, в принципе, приходить. Можно здесь оставлять их. И они будут играться на бесплатной вот такой площадке. И рядышком же можно загорать. Смотрите, какая гора мусора образовалась за целый день. Что в основном пьют, мне интересно. Пиво. Хайк, светлое, черниговское. А так в основном я вижу водичка. Бермикс. В принципе, большое количество водички. Так что люди не все выпивают алкоголь. Так, все, последнее видео я вам отрезочек показываю от детской площадки. Это мы были, получается, с вами начинали видео с той стороны. И вот пришли в противоположную сторону. Покажу вам, сколько здесь людей. Так что, друзья, подписываемся на канал, кому интересны мои видео. Будет много видео о Киеве. Как живут вообще в Украине люди. В частности, очень много видосов у меня будут с Троещины. Все, друзья, подписываемся на канал. Всем до новых встреч, пишите комментарии. Всем пока.